8-1 же счет, не случайно. Часть 81 номера, да? Ну да, я слышал сейчас в конце игры, там Роман Борисович что-то тоже на скамейке тренерам говорил. Хороший счет, ему, видимо, понравился. Останавливаю на этом, да, 10 не надо. Да, 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 больше не надо, говорит. Но вообще, какое у тебя впечатление именно от игры на этой арене, первый матч? Ты на многих аренах играл, но какое у тебя чувство здесь, именно вот профессиональное чувство? Впечатление только позитив. Арена, можно сказать, такая бомба. Поставили рекорд такой в мире. Самое главное, вошли в историю. И для нас это большая честь сыграть на такой арене. И надеюсь, мы будем дальше радовать болельщиков. Всегда придут полные трибуны. Для нас это самое главное. И будем их радовать, как сегодня, большим количеством шайб. Лед не поплыл в конце матча. Как он держит? Ну, еще не до конца он как бы хорош, но я думаю, там месяц-два мы вкатимся, будем побольше кататься на этой арене, играть, и уже будет как свой. Понятно, что там сейчас мы пару дней покатались, так что шайба скачет немножко, но я думаю, это все уйдет. А вы на лавках не вибрировали? Бау-бау, вот это, бумбокс вот это, как вы? Или это так везде? Да нет, в принципе, нормально. Атмосфера такая классная, да, громкая, но вибрации никакой не было. Больше сфокусировано на игре. Насколько удобно и насколько редко бывает, что отель прям при арене, ты поспал здесь и пришел в тапочку сюда на игру? Ну, наверное, такого мало где есть. В принципе, у нас Ледовом было через дорогу хоккейный город, но это немножко другое, а так классно. Все равно костюмчики одеваем, в них идем по регламенту, так сказать, лиги. То, что был аншлаг, 21,5 тысячи зрителей, это чувствуется со льда или вам темно наверху, там, ну, в принципе, не чувствуется именно такой толпы? Ну, большой ярус плохо было видно, а так в целом основную часть арены видно было и классно. Эмоции только зашкаливают. Надеюсь, всегда так будет. Болельщики нас хорошо сегодня поддерживали. Последний вопрос такой. Сколько, как ты думаешь, потребуется матчей, чтобы, знаешь, вот такое тактильное чувство было у хоккеиста, что она действительно домашняя арена, что ты знаешь прямо от каждого угла, куда шайба отскочит. Сколько надо времени? Ну, я думаю, вот у нас осталось сколько там, 6-7 матчей до конца плей-офф. Я думаю, нам достаточно будет понять все. Потренируемся еще, подрабатываем вот эти же отскоки. Я думаю, будет своя уже как своя. Спасибо, удачи. Пара вопросов. Во-первых, ты играл на очень многих аренах НХЛ. Эта арена похожа на какую-то? Монреаль. Вот чем-то? Похожа на Монреаль? Да. В чем сходство, как ты думаешь? Масштаб, как трибуны идут, ну, как ширина, как, не знаю, как лучше объяснить. То есть, ну, если вот сказали бы какой из всех, то есть я бы сказал, ну, вообще прям очень похоже на Монреаль, особенно вот эти верхние до конца. Ярусы вот эти. Ярусы, да, вот. Поэтому прямо вот с первого дня, когда я увидел, я думал, вообще прям ну, очень похоже. Ну, нужно, наверное, еще какое-то количество матчей, чтобы сделать такой тюнинг, знаешь, обжиться, потому что ты чувствуешь это? Конечно, то есть всегда что-то новое, ну, надобится время на что-то, ну, на новые места, на новые, там, это, или в квартиру, или дом, или также арена, поэтому хорошо, что при, ну, до плей-оффа есть у нас время, поэтому обживаемся, делаем уютнее и привыкаем. Кто-то говорит хоккеистам все равно, где играть. Вот мы видим пример Аризона, сейчас играет на арене 5000 зрителей студенческой. Да. Кто-то играет на большой арене, кто-то переехал в новую арену. Есть ли хоккеист в разнице, где играть? Это чувствуется? Или лед, он везде одинаковый? Не, ну как бы... Я думаю, когда уже все официально там говорят, играй на той арене или на той арене, что ты еще можешь ответить? Конечно, да. Ну, разница, ты должен выходить и делать свою работу. Но, конечно, это намного приятнее, когда... На больших аренах аншлаг. С аншлагом, полные трибуны, все болеют, конечно, ну, намного приятнее. Ты видел где-нибудь такое табло? Нет. Ну, это редко видишь, я такого не видел, чтобы оно было двойное. Не видел, да. То есть, оно удобно или нет? То есть слепит, может, поднял голову, ослепляется или наоборот удобно? Не, как бы удобно, достаточно... сфокусированные игры, там особо ну, много ничего не надо. Смотри, сколько времени, сколько осталось, там что там, броски еще. А звуковой эффект, вот это такой бам-бам, это звук акустика. Акустика, да. Акустика хорошая, была, громкая. Как бы, надеюсь, вам там понравилось, не знаю, как со стороны, но мне чувствовалась хорошая энергетика. Последний вопрос. По десятибалльной шкале оценка твоей этой арене?
Да, это наш дом, так что... 10 из 10. Конечно. Поздравляю с новосельем. Спасибо. Сказ городскими властями надо отметить, потому что организация движения, шаттлы, чтобы люди могли комфортно добираться, это труд многих сотен людей. Был план, который сначала еженедельно, потом каждые три дня, потом каждый день проверялся, поэтому хочу всех поблагодарить, кто имел отношение, хоть какое-либо, потому что в мелочах, как бы вас сказать, дьяволы, да, где. Поэтому вот, будем еще плей-офф еще дальше совершенствовать. Мы знаем, где можно совершенствовать. И я уверен, что плей-офф и точно будет на шлаге на каждом. Александр Иванович, пару вопросов еще можно? Во-первых, какое впечатление на вас произвела эта арена? Вы «Газпром-арену» открывали? Ну, чувство я эту арену знаю давно, еще с идеи. Потом подрядчик сам делал этот проект, но вот на стадии уже, когда состоялся матч звезд, и было показано, что можно потенциально играть, долго думали, стоит пробовать переезжать, потому что нужно было много очень сделать. И без СКА-арены, без хоккейного клуба СКА, без городских властей, это все сделать было невозможно. Потому что список был очень-очень внушительный, это не на одной странице. И назначили ответственных за все вопросы. И вот сегодня тихий час прошел в гостинице на арене. Так что все, ну, это не означает, что не на чем работать. Поэтому к плей-оффу еще будем дорабатывать. Тут в гостинице, да? А? В гостинице прям можно... Да. Здесь можно будет ночевать перед плей-оффом. А вообще, вы были на многих аренах НХЛ. Чем эта арена лучше? Потому что она действительно какое-то такое особенное чувство производит. Ну вот, арена не только это железо, да, и информационная система. Это и люди, которые тут работают. И, конечно, болельщики, которые... Я считаю, что сегодня очень хорошая была атмосфера. Посмотрите, со всей страны люди приехали, да, посидеть, очень здорово, болели, и арена очень хорошая. Конечно, есть арена, там, Нью-Джерси, новая арена, которая, кстати, по-моему, Нью-Джерси проиграл свой первый матч. Ну, да. Вот, и реконструированная арена, да, и там новая арена Islanders. Она действительно стильная, она архитектурно стильная, она устремлена в будущее. Это конструктивизм советского периода архитектурный, знаменитый, который здесь реализован. Поэтому арена будет дооформляться, чтобы сюда тянуло приходить. И вот эти активности, которые были здесь проведены на подходе, на стадионе, они будут развиваться. Последние два вопроса задам такие. Я ловлю себя на мысли периодически. Сколько же потеряло ИХФ, отказавшись от такого чемпионата мира? Он же был бы лучше вообще в истории на порядок, чем другие. Я уверен, что мы все равно, у нас при жизни этого поколения, увидим чемпионат мира, и не один здесь. Ну, он готов прямо, хоть завтра, конечно, вроде. Конечно. А Петербург готов принять, потому что это арена и Ледовый, это идеальное сочетание.
И последнее. Реально ли такую арену скопировать в другом городе? Вот они найдут деньги и скажут, мы хотим такую же там построить. Ну, зачем копировать? Во-первых, надо учитывать, какой размер подходит городу. У нас в Нижнем Новгороде строится арена. Строится 12-тысячники, а тут 22 почти. Ну, в Москве такой нет. Ну, это пускай москвичи задумаются. Нужна им такая арена. Или, хотя мы видим, что посещаемость тоже растет и на «Спартаке», и на «Динамо», и на «ЦСКА». Так что, когда хочется прийти в этот дом хоккея, это самое главное. И ребята чувствуют это. Они же вот сейчас обсуждали, что они почувствовали вот этот нерв, этот дух. Поэтому это напрасно думать, что хоккеисту все равно где играть. Поздравляю вас с новосельем. Спасибо. Всем болельщикам поздравляю. Пока есть еще билеты, приходите, приезжайте. И на Сапсан есть билет. Спасибо. Всех ждем. Спасибо.
ЦСКА арены замечательный адрес. Проспект Гагарина. И это символично. Главный трофей КХЛ носит имя первого в истории земли космонавта, советского космонавта Юрия Гагарина. Он сказал: поехали! СКА! Мы с вами знаем, какие замечательные слова сказал император Александр Третий. В России есть только два первых ее союзника. Это ее армия и флот.